Нет, я просто знаю. Я не знаю ничего. Да, я как знаком с творчеством Марии. Через Татьяну Кирцеву, Кар, такая женщина есть. Она там на форумах, у них тоже была эти ребята. Вот, и Ижгора, да. Я читал Ижгору одной очень интересной девушке, чтобы она, может быть, исполнила Ижгору под музыку такую приятную. Может быть, получится что-то. Повтор мы будем пытаться первый раз пробовать. Ижгора, да.